Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Я сейчас нахожусь на границе районов Тосмур и Кестель, около речки Дим. Тут продается вилла, как бы, 4 плюс 1, но таунхаус вилла. Расстояние до моря максимум 200-300 метров. Вот этот мост, за мостом море. Это единственная вилла. Вот она. Комплекс вилл. Который находится у берега реки и у моря. Ближе к центру города. Золотая середина. Вот эта речка Дим. Отсюда близко в центр Алании. Отсюда близко в сторону Махмутлара, Каркаджака. Тут береговая у речки где-то километр, парк находится, зона пикника, беседки, каждые 20 метров одна зона барбекю. Рядом есть маркеты, рестораны, ну, вся инфраструктура для жизни, шаговой доступности. Вот какая красота здесь, гуси, утки. Сегодня более прохладно, вчера было 20 градусов тепла. Так, вот это набережная реки, там парк, картинг есть впереди также. Вот это проект. Сейчас подробно всю информацию вам расскажу. Так, здесь вход. Охрана 7 дней 24 часа, есть консьерж. Ухоженная зеленая большая территория. Покажу вам территорию. Фруктовые деревья. Вот звонок. Без звонка никак. Как видите, огромная территория. Большой бассейн с горочкой. Тут как бы в одном блоке 4 квартиры, или как виллы, но проект называется как виллы. Вот. Сейчас пройдемте к нашей квартире или вилле. Итак, дорогие зрители, есть два входа. Это первый вход главный. Там прямо около бассейна есть вход в эту двухуровневую квартиру или таунхаус. Своим выходом на территорию комплекса. У нас здесь хорошая прихожая, большая. Проект был сдан в 2008 году. Один из качественных проектов насчет изоляции. Тут нет никаких проблем. Здесь в основном живут 90% норвежцы в этом комплексе, в основном приезжают летом. Баня это новая, как мне сказали, что на вилле. Угу. Бэка у нас стиральная машинка. 4 плюс 1 квадратный метр, сейчас не могу сказать, но минимум каждая спальня по 13 квадратных метров. Это первая спальня. Инвертор, кондиционер. Vestel. Первый балкон, сторона восточная. Личные вещи хозяин заберет. Так, ну это оставит ротанга. Очень хорошая цена. Айдат здесь 90 евро. Холодильник профила. Отдельная кухня, как вы видите. Бэка-вытяжка. Скотт.
Джерон. Это верхний этаж. Еще есть нижний этаж. Здесь огромный балкон. Вот вид на бассейн. Смотрите, какой большой балкон. Один из хорошо ухоженных комплексов с хорошей управляющей компанией. Спускаюсь я вниз. Мраморная лестница. В санузлах есть теплые полы, а также установлены же трубы. В будущем, когда установят газ в Аланию, можно будет подключить радиаторы. Здесь спальня, но они как использовали, как поставили велосипеды, ну, мастерская мини, добавочная комната, не пользуется, наверное, этой комнатой. Ну, спальня здесь большая, даже гольф играют. Ого. Да, любителям гольфа. Вот этот санчик. Вот видите, теплый пол. Санузел, второй санузел полноценно с душевой кабинкой. Тут третья спальня. Там окошко все нормально, просто надо открыть шторы, чтобы солнышко попало. Сторона южная уже. И здесь южная и восточная. Выйдем сейчас. Там калитка есть. Выйдем к бассейну. Ну, самой кондиционер. Так. Вот здесь выход. Открывайте калитку. Так. И все. Уходите к бассейну. Итак, айда 90 евро. Цена этой, скажем, квартиры, таунхаус, 207 тысяч 500 евро. Будет маленькая скидка. Звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. WhatsApp, Telegram, Viber. Если не отвечу в Telegram, пишите на WhatsApp. У меня есть много вариантов. Приезжайте в Аланию, на месте все покажу, расскажу. Познакомлюсь с районами. Это один из хороших районов, именно начало района Тосмур, около речки Дзим. Золотая середина, как сказал, я сам живу в той стороне реки, но на данный момент, так как закрыт этот район для ВНЖ, и за это нужно вам подумать, нужно ли вам ВНЖ, если купите эту вот квартирку для отдыха, я не знаю, кто как хочет, но я сразу же купил бы эту квартиру. Эта квартира была одна из самых любимых проектов в этом регионе, потому что нету вилл, которые близко к морю, к речке. Это единственное. Так что жду вашего звонка. Надеюсь, когда стану гражданином в этом комплексе, куплю себе такую квартиру, или таунхаус, или вилла, кто как называет ее. Всем пока-пока, дорогие зрители. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Кестель. Всем пока.